С микрофоном. Я представитель отеля Калинан Билек. Сегодня расскажу вам, как прошло наше открытие. Покажу какие-то фотографии, живые, свеженькие. Итак, название нашего отеля Калинан Билек, правильное произношение Калинан. В честь алмаза была названа наша сеть отелей Калинан Хотелс, то есть первый отель открылся в Билеке, последующие отели – это Бодрум, Мальдивы, то есть выход на международный уровень. И вот такое бриллиантовое колечко, заглавная буква, буква C. Мы взяли пример из бриллиантового колечка. Гольф-отель, 12 месяцев будем открыты. В пешей доступности от нашего отеля находится Калинан Линкс Гольф Клаб, круглогодично открытый, с ночным освещением, то есть 9 из 36 лунок освещаются ночью, гости могут поиграть. И уникальный гольф-клуб расположен вдоль моря и вдоль речки одновременно. Воссоединение с жизнью, гармония с природой, то есть это лозунг нашего отеля. В каждой комнате использовано максимальное количество природных элементов. Мы находимся в курортном поселке Кадрие, 26 километров от аэропорта Анталии, недалеко от Land of Legends. Первая береговая линия, буквально от главного корпуса 200 метров до пляжа. Общая площадь 170 тысяч квадратных метров. Помимо главного корпуса у нас есть лагун, бич номера. Перед главным корпусом в стороне моря наши 10 вилл. Лагун гольф номера за главным корпусом, номера с выходом на гольф-поля. И, конечно же, в принципе, отель не маленький, количество номеров 600 номеров. Это уже вот живые фотографии. Здесь мы видим главный корпус и, конечно, видим, что близко к морю расположен, то есть на территории отеля бары, рестораны, тихая зона, вот где цветочки, это Азури Пул, живая музыка вечером, бар такой декоративный. Наш лобби-лаунж, первое, куда мы, конечно же, заходим, двухэтажный лобби. Стойка расселения ресепшн, справа мы видим, слева диванчики и также, конечно же, лобби-бар круглосуточно открытый, мидпоинт ресторан, 24 часа в сутки работающий ресторан, покушать, то есть и днем, и ночью можно будет. И также внизу у нас, скажем так, лобби из двух этажей, первый этаж и на нулевом. У нас главный ресторан, кондитерская, магазины, бьюти-салон, спа-центр, то есть различные также а-ля-карт рестораны. Это вот пример у нас лобби-бара, то есть это все уже живые фотографии, не макеты. Зона с диванчиками. И номерной фонд нашего отеля. Самая доступная категория – это Superior, комната 45 квадратных метров, Superior Golf View, либо Sea View. То есть вид у нас в комнатах точный будет при покупке Superior комнаты. В других комнатах, то есть какой попадется, скажем так, конечно, в основном это гольф-поля, наша территория, Superior Swim Up, номера с выходом на бассейн. Блок семейных номеров состоит из спальни-гостиной и двух ванных комнат. Также интересный номер вот Family Roof Suite with джакузи на последнем этаже в главном корпусе с джакузи на террасе. Дуплекс номера – это все двухэтажные. Как вы заметили, очень много номеров с приставкой Swim Up, то есть у нас двухуровневый бассейн в главном корпусе и много номеров, которые лагуны, они все Swim Up, то есть и также, конечно же, увил свой бассейн, то есть на территории отеля огромное количество бассейнов. Grand Family – это блок улучшенных семейных номеров. Смотрите, например, в среднем Family Room около 70 квадратных метров. Grand Family – это улучшенный семейный номер 103 квадратных метров. Grand Duplex Swim Up – две спальни, гостиная.
двухэтажный номер с выходом на бассейн, с Grand Duplex Swimup Suite и вниз все категории премиум уровня. То есть на данной категории уже у нас Ring Butler, либо на виллы, конечно же, свой дворецкий, который обслуживает только виллы. На Лагун Гольф и Бич Свимап с Grand Duplex Swimup Suite, Ring Butler с 8 утра до 10 вечера. То есть гости могут заказать еду, напитки по меню. Ну и, конечно же, виллы с VIP-обслуживанием. Superior комната, так выглядит самая доступная категория, 45 квадратных метров, одна двуспальная либо две раздельные кровати и диванчик-трансформер, конечно же. Диванчик раскладывается здесь на две части, то есть в Superior мы берем максимум троих взрослых, либо 2 плюс 1 плюс 1 инфант до 2 лет. Гардеробная совмещена с ванной комнатой и отдельно здесь видим уже душевая и туалет. Общий вид Superior комнаты. И переходим к семейным номерам. Family Room состоит из спальни-гостиной, двух ванных. Смотрите, здесь в спальне у нас одна двуспальная кровать, также одна половинка диванчика. И в гостиной у нас тот же самый трансформер-диванчик делится на две части. Family Room мы заселяем максимум 2 плюс 2, либо 3 плюс 1. Спальня отделяется межкомнатной дверью от гостиной. Family Room, но если мы берем категорию Family Duplex Swimup, то здесь мы видим на фотографии, что внизу гостиная, диванчик-трансформер, терраса Swimup, и вверх по лестнице мы поднимаемся, видим спальня, нет перекрытия между спальней и гостиной, и, соответственно, вверху и внизу ванная комната. В принципе, дизайн комнат похожий. Лагун Бич Свимап – это уже вне главного корпуса. Номера близко расположены к пляжу. Всего у нас их 14 на территории нашего отеля. Здесь уже мы видим, что диагональ телевизора более расширенная, 50 квадратных метров. Расселение такое же, как и в Superior, 3 взрослых, либо 2 плюс 1 плюс инфант. Неспрессо, кофемашинка – больше терраса и выход на, конечно же, бассейн. Такая у нас вот территория Лагун Бич. Это так выглядят номера сверху. То есть их всего 14. Если семейный номер, то мы объединяем просто два номера в один блок. И, то есть, перекрывается, и вот общая дверь, как бы семья использует две комнаты. В одной комнате две раздельные кровати, в другой комнате одна двухспальная кровать. Так вот выглядят данные номера, недалеко от главного корпуса и недалеко, конечно же, от пляжа. Итак, общая территория у нас, здесь мы на карте видим. Смотрите, здесь мы видим, смотрите, здесь главный корпус. Да, покажите экран, пожалуйста. А вы экран не видите? Нет, мы только на вас смотрим. Нет, экран видно. Видно экран. Я вижу экран. Я показываю сейчас презентацию, вы презентацию не видите? Я не вижу, я только ваше лицо вижу. Нет, презентацию вижу, да. Значит, это у вас. Если все видят, проверьте, пожалуйста. Может быть, в настройках что-то. Потому что я делюсь экраном, презентацию сейчас показываю. Смотрите, здесь получается на карте мы можем увидеть макет, что где расположено. То есть, где находится, получается, вот здесь главный корпус. Он у нас такой буква «Ж», если сверху смотреть. Основная территория, аквапарк, бассейны, бассейн буква «Л». Также виллы вот вдоль главного корпуса и вдоль Лагун Бич. Лагун Бич у нас. То есть все здесь видно. И в каждом номере у нас булгари, банные принадлежности, марвис, зубная паста, пляжная сумка с логотипом.
То есть в комнате одна сумочка по запросу, остальное количество сумок можно получить, уточнив через Guest Assistant. Утюг-гладильная доска по запросу в премиум-категориях уже в номере, то есть вот с Grand Duplex Swim Up Suite и те номера, которые шли вниз, лагуны и виллы, это уже получается премиум. У них будет утюг и гладильная доска в комнате. В основном в номерах керамическое напольное покрытие и используем душевую комнату. Итак, следующий слайд. Мы переходим к эксклюзив виллам. 10 вилл на территории отеля, 210 квадратных метров. Здесь мы видим, что у каждой виллы свой бассейн, свой сад небольшой, но виллы, в принципе, недалеко от друга расположены. Двухэтажные, близко к морю. Для вилл у нас отдельный пирс. И можем концепцию посмотреть. Минимум проживания на виллах у нас от 7 ночей. Конечно же, уже VIP-встреча. Эксклюзивная регистрация заезда, это встречи с угощениями, шампанское, майот, цветы, фрукты, помощник гостя закрепленный дворецкий за каждой виллой, также guest assistant закрепленный, например, один человек, там несколько, скажем так, один на смену будет закрепляться за виллой guest assistant. Фаст-трек и трансфер бесплатные для вилл. Гольф-машинка закрепляется, конечно же, подготовка виллы ко сну, turn-down сервис, room-сервис, то есть еда, напитки в течение всего дня, и павильон закрепляется за каждой виллой. Каллинан вилла, 280 квадратных метров, здесь 4 спальни, 4 ванны, просторная гостиная. Разница между эксклюзив только в количестве спален и количестве человек, которые мы можем расселить на вилле. То есть эксклюзив вилла – это 8 человек, Каллинан вилла – максимум 10. И здесь мы, в принципе, разницы в дизайне не видим. Дизайн похожий вилл. Смарт-номер, функция кондиционирования, отдыха и освещения, то есть приложение для гостей. Можно будет открыть номер через приложение, запустить систему кондиционирования, находясь вне комнаты. Индивидуальное обслуживание каждой категории, то есть наши 100 комнат, 1300 персонала. По ресторанам у нас один главный ресторан, завтрак, обед, ужин, система «Шведский стол». Один ресторан, работающий 24 часа в сутки, «Midpoint». Также, конечно же, детский ресторанчик прямо в мини-клубе и отдельно детский буфет в главном ресторане в Маре, несколько снэк-ресторанов и 6 а-ля-карт ресторанов, один подразделяется на кухню тепьянаки, это азиатский тепьянаки, то есть можно сказать, что 7. Стоимость а-ля-карт от 15 до 45 евро, то есть все а-ля-карт у нас платные. Итальянский, индийский, турецкий, греческий, мясной и азиатский. Это примеры у нас ресторана главного, несколько зон для гостей, снэк-рестораны на территории отеля. И также есть кондитерская, недалеко от главного ресторана, сладости, мороженое. Детский клуб у Pupa Kids Club работает с 10 утра до 2 часов ночи. Детей можно оставить в мини-клуб с 2 лет. И, конечно же, подростковый клуб 13-16 лет. Для детей от 0 до 3. Коляску, видеоняню, игровой коврик, барьер для кровати, молочко, индивидуальное питание, то есть стерилизатор, цифровой термометр, все это предоставляется по запросу бесплатно. Через Guest Assistant можно будет получить непосредственно уже в отеле детский напор для купания, оборудование для детского питания, бутылочка, блендер, нагреватель, няня от 12 месяцев за дополнительную стоимость 30 евро в сутки. Такие вот комнаты для сна.
Для детей от 4 до 12 лет это игровые комнаты по уровням, конечно же, лего-комнаты, рисование, танцы, школа балета, два кинотеатра, отдельный детский амфитеатр, шоу, спортивные мероприятия, конечно же, песочная площадка для детей крытая. Для подростков от 13 до 16 лет это курсы диджеев. То есть каждый подросток может выступить в роли диджея, возрастные мероприятия, мастерская музыки, граффити, PlayStation комнаты, аквапарк, 13 горок, 9 для взрослых, 4 горки для детей, ночной клуб в главном корпусе, игровой салон у нас, боулинг, бильярд, все это будет бесплатно, шоу-центр, Diamond Show Center. Каждую среду огни Анатолия будут приезжать. По бокам от шоу-центра два таких бара, снэк-ресторана. Помимо основной зоны со стульями сбоку мы ложи можем увидеть. То есть в последующем, конечно же, будут различные какие-то у нас концерты. Так, я очень извиняюсь, что такое произошло. Секундочку. Кто-то нарисовал у нас на экране, меня отображается. Смотрите, здесь мы видим фотографии пляжа. Буквально секундочку. После шоу-центра. Пляж протяженностью 800 метров. Это уже живые фотографии. Насыпной белый песок. Два пирса. С левой стороны у нас получается пирс для всех гостей с шезлонгами, и с правой стороны пирс для лагун и вилл. Это у нас бассейн в виде буква L. Такие вот шезлонги, кровати, уходящие в бассейн. Полотенца фирменные Каллинан. Как я вам и говорила, что причал из дерева и рока для лагуны вилла отдельный, мирового класса известный спа-центр, 8000 квадратных метров, несколько центров у нас хамам, залов, турецкая баня, зона отдыха, сауны классик, био, паровая баня, бассейн для ног, горячий, холодный, шоковый бассейн и просторный спортивный зал техно-джим. То есть достаточно такой современный по последним технологиям, крытый бассейн с подогреваемым полом, открытая также подогреваемая зона в зимнее время будет работать. И это наш новый телеграм-канал. Кто еще не вступил, вы можете вступить. Делимся видео в инстаграм-канале, в телеграм-канале, то есть по всем вопросам. Если какие-то возникают, можете ко мне обратиться и фото, видео увидеть в наших сетях. Если какие-то вопросы возникают, то, пожалуйста, можете мне задать в чате. Надеюсь, что всем было меня слышно.